Как считаете, за что заместители премьер-министра получают, министра, вернее, получают такие премии? Какая-то трогательная близость с премьер-министром, видимо, существует. Ну, мы же не подозреваем их в том, что они действительно работают. Да? Я думаю, что они очень тупые. Очень тупые, потому что нарисовать себе премии без успехов, ну, должно быть откровенными идиотами. Ну, мы так и будем относиться к откровенным идиотам. А слышали, как премьер-министр аргументировал, что якобы схема ТОЗ вот этот там вывел из тени деньги официально? Да, я слышал, как аргументировал премьер-министр. Он сказал, что белая зарплата убивает схема ТОЗ. Но я хочу, пользуясь случаем, объяснить премьер-министру, что зарплата это одно, а премия это другое. И если он не понимает разницы между зарплатами и премиями, то лучше вернуться в то никуда, откуда он появился. А если бы все-таки зарплаты такие высокие он поставил, то это как бы, ну... А задачи? Какие должны быть вот эти зарплаты? А результаты какие должны быть вот эти зарплаты? Спасибо.